Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Эвалар». Если смена погоды ухудшает самочувствие, принимайте лекарства «Гинкоум». Реагируете на погоду? В любую погоду лекарство «Гинкоум» устраняет головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкоум» – фитотерапия от «Эвалар». Это прогноз погоды на пятницу, 2 сентября. С вами Наталья Маслова. Здравствуйте! Что же ждет нас 2 сентября? Похоже, что алтайская погода услышала просьбы жителей края о солнечных днях и вернула ненадолго теплый фронт. В городах и районах края утром лучше накинуть что-то потеплее. В Алейске, Бийске, Белокурихе, Заринске, Тальменке и Рубцовске от плюс 7 до 9 градусов тепла. В Кулунде, Славгороде и Камне-на-Оби плюс 9-10 градусов. Днем можно насладиться теплым солнечным днем. Теплее всего будет в Кулунде, Славгороде и Камне-на-Оби. Там воздух прогреется до плюс 21 градусов тепла. Прохладнее в Алейске – плюс 19, в Рубцовске – до плюс 18, в Бийске, Белокурихе, Заринске и Тальменке – от 16 до 17 градусов тепла. В Барнауле ожидается ясная погода, безоблачное небо, утром температура воздуха – от плюс 7 до 13 градусов. Днем – плюс 17-19 градусов тепла. Ветер слабый, восточного направления – 2 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Это все о погоде, хороших выходных, до новых встреч!